В крупной аварии пострадали 9 человек. Накануне в Высокогорском округе пассажирский микроавтобус столкнулся с «Волгой». ДТП произошло поздно вечером в среду. Автобус маршрута номер 125 шел из Архангельска в Катунино в свой последний за день рейс. В салоне Volkswagen Crafter находилось около 15 человек. Маршрутка двигалась с Краснофлотского моста в сторону Катунина. Скорость у меня была небольшая, учитывая, что гололед, погодные условия. А «Волга» шла навстречу. Сначала она резко ушла на правую обочину, на свою, а потом также резко выскакивает, ну, под меня. Я просто, мне некуда было деваться, ни вправо, ни влево. Я просто крикнул пассажирам, даже не помню, держитесь или что-то там, на тормоз, в руль уперся. В результате столкновения 6 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. В «Волге» находились 4 человека. После удара они оказались заблокированы автомобилем, поэтому спасателям пришлось вызволять пострадавших при помощи гидравлического инструмента. Водитель газа был доставлен в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой. Мужчину спасти не удалось, он скончался на операционном столе. Предположительно, водитель легковушки и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.